Итак, качество планет. Что это такое вообще, откуда это берется, с чем это едят и так далее. Вообще существует две системы отсчета. Первая — это там, где центр Солнца. Ну и, соответственно, вспоминаем Меркурий, Венера, Земля, Марс. Ну давайте сейчас сделаем это. Меркурий, Венера, Земля с Луной, с земной Луной. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Это первая система отсчета, это такая традиционная. Ну, простыми словами, Солнце — это центр, и все планеты от него движутся, да? Есть вторая система. Она близкая к нам. Почему? Потому что мы живем где? Мы живем на Земле. На Земле. И первая планета, близкая к нам, это Луна. Луна. Потом идет какая? Меркурий. Почему Меркурий? С одной стороны, к нам ближе всего Марс находится, да, и Венера. А мы ставим Меркурий. Потому что все расчеты в астрологии, в дизайне, вот в этих программах, они делаются относительно Земли. То есть, и вы посмотрите, что Луна там 28,5 дней, Меркурий там 88, ну и так далее. Там Венера. Венера. Солнце, солнечный цикл, да, вспоминаем, Марс, ну, соответственно, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Теперь я очень быстро сейчас пройдусь по тому, как вообще формируется качество планет. Ну, смотрите, сколько средней продолжительности жизни у нас на Земле? 84 года. Уранианский цикл. Ну, приблизительно, да? 84 года. Сколько предполагаемая, то есть допустимая, о которой вы слышали, жизни на Земле? Ну, порядка там 250-260-240 лет. Обозначим это Нептун. Там 200, пусть будет 60 лет. Обозначим вот эту границу очень четко. Ну, давайте здесь тоже будем делать. Уран. 84. Вот это очень граница четко. Ну, надо, я думаю, что не надо объяснять, да? То есть это вот это вот называется внутренний мир, то есть полярность Солнце-Земля, полярность Земля-Солнце, то есть это и есть называется внутренний мир. То есть, соответственно, во внутреннем мире у нас есть два качества: Меркурия качество и Венера качество. Луны, Меркурий и Венера качество, да? Есть еще очень интересный такой период, вот этот вот юпитерианский, 12,5 лет. 12,5 лет. То есть, ну, спрошу у вас, в какой период мы что-то можем вынести в мир? В какой период мы можем освоить профессию? За какой период у нас обновляются полностью клетки? Да, за какой период? То есть за 7 лет, то есть 12,5 больше.
То есть мы можем что-то построить, мы можем как-то о себе заявить, мы можем стать профессионалом. То есть обычно освоение профессии занимает, ну, 7, 8, 10 лет. Ну, так, хорошее такое освоение профессии. То есть это то, что мы выносим в этот мир. Мы должны заявить о себе вот в этом материальном мире. Теперь смотрите, есть внутренний мир, есть внутренний мир, есть то, что мы выносим в мир. Вот выгляните в окошко сейчас и посмотрите. На улице ездят машины. Если бы, как в старике Хоттабыч, там слоны ходили бы, да, и так далее. То есть есть некая сила, которая выходит из внутреннего мира, и идет во внешний мир, да, то есть то, куда мы должны что-то выносить. И, кстати говоря, вот для любителей здесь всяких травм генетических и так далее, если честно, я не совсем согласен с этим названием, но все-таки, чтобы вам было более понятно, вспоминаем. Вот у меня, например, точка 2, там Марс дизайна, да, точка 2, то есть вторая линия. То есть это что значит? То есть я выхожу во внешний мир вот этой энергии, такой как бы внутреннего мира во внешний мир, там, где ходят слоны и машины, там, где вы делаете бизнес, что-то открываете и так далее, да? Но я еще не опытный. Это как бы вот все равно, что вы идете по дороге, а там ходит машина. Да, то есть машина, она вас может объехать, ну, чтобы просто не создавать себе сложности, да, а может случайно на вас наехать. Но для вас это будет такой неожиданностью. Так вот, когда в вас вторгается вот в эту марсианскую энергию, а непосредственно в эту линию, да, энергия извне, то вот это вот первоначальный шок и неожиданность, да, то есть это может быть первая линия и так далее, то есть это и есть вот так называемая условная генетическая травма. То есть это реакция вашего тела на воздействие извне, то есть вот это вот цифры. И то, что чувствует двойка, а что такое двойка? Двойка — это такая звезда, лампочка, она светится, как ни в чем не бывало, да? И когда на нее наступают, она вообще не понимает, что делает. Ну вообще, почему так происходит? Например, или в первой линии она такая уверенная, на нее наступает. Ну что такое? Ее подавляют. Она чувствует, что ее подавляют. Подавляют в ее уверенности. Понимаете, да? Ну, например, я сейчас еще коснусь Меркурия и Венеры, и на этом мою презентацию я закончу. Что такое Меркурий? Ну вот смотрите. Вспомните свое эталонное состояние, да? Вот вспомните свое эталонное, вообще самое эталонное состояние, да? Лучше всего понимать планеты сначала по этой картинке. Здесь немножко другой, но в принципе такой же. Вот самое свое эталонное. И ваше вот в это эталонное состояние внутри вас, да? Вот что-то проникает. И вот этот фильтр, он говорит плюс или говорит минус. То есть Меркурий говорит плюс, это вам подходит, и вы начинаете еще больше светить, или остаетесь на таком же уровне, или вы начинаете меньше светить, минус, ваше солнце схлопывается, да, или когда вы начинаете распространяться, и вы чего-то касаетесь, ну, простыми словами, ну, я не знаю, ну, закройте глаза, я всегда люблю этот пример проводить. Представьте, вспомните свое самое охерительное состояние. Закройте глаза, расставьте руки в стороны, начните крутиться. И вы начнете трогать пальчиками объекты в своей комнате, да? И вот вы будете давать им оценки. Да, нет, да, нет, да, нет. И смотрите, как интересно. Ну, приблизительно там 240 дней, приблизительно 88. Делим одно на другое, получается там 2... там с копейками, ближе к 3, да? То есть что это значит? 2 раза коснувшись чего-то, вспоминаем, вы делаете вывод, что для этого ваше солнце в этом отношении будет
не будет светить, то есть оно не будет распространяться, и ему будет минус. Или наоборот, вам нравится, вы становитесь кайфовее и так далее, и так далее. Тогда здесь что делать? Тогда здесь ставится плюс. Это о чем говорит? Это говорит о том, что два раза, ну, например, пусть будет 6, 2,6 там, -3 раза, касаясь чего-то, некое качество внутри вас делает вывод, и это становится ценностью, ценностью вашей, да? Теперь понятно, то есть, условно говоря, вот в это направление солнце будет светить ярко. Понятно, да? Теперь вспоминаем Юпитер, там особенно в дизайнерской литературе, что Юпитер, он продвигает во внешний мир ценности и на тех ценностях, на которых вот это стоит Венера. Ну, логично, да? То есть, если вы сформировали ценность, то логично ее двигать во внешний мир и на этой ценности распространяться. Это то, что вам будет подходить. Ну, сейчас приведу простой просто пример и закончу на этом презентацию. Очень крутой генеральный директор, вообще очень-очень крутой. В предыдущих компаниях все компании перло. Пришел в компанию алкогольную, компания в стагнацию пошла. Какое? Вам задачка короткая, вы должны ее быстро решить. В чем ответ? Его ценности, ценности Венеры, не совпадают с тем, что компания продвигает на рынок сейчас. Ценности Юпитера. Да? Оказалось, он баптист, он просто не бухарик. И все. То есть он физически это не может продавать, то есть он в это не верит просто.